Центральная городская библиотека на протяжении многих лет работает с людьми с инвалидностью. За это время нами был накоплен большой опыт работы, апробированы и выбраны оптимальные формы работы, мы приобрели много друзей и партнеров. В нашем городе проживают десятки людей с инвалидностью разного возраста, в том числе детей и молодежи. И они слабо интегрированы в культурную жизнь города, ограничены в получении жизненно важной и социально значимой информации. Жизнь людей с инвалидностью, как правило, ограничена или стенами квартиры, учреждения, где они проживают постоянно, или стенами больницы, где они лечатся или проходят реабилитацию. Серьезной проблемой является отсутствие условий для общения со сверстниками на праздниках, мероприятиях и совместной творческой деятельности. Мы хотим создать условия для самореализации, развития творческого потенциала и организации досуга людей с инвалидностью города Мончегорска. Именно с этим и связано было наше решение реализовать проект «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе», поддержанного ПАО ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Я Колдунова Татьяна Павловна, мама своего ребенка Колдунова Антона. Антон посещает Центр молодых инвалидов в городе Мончегорске. Я очень благодарна сотрудникам этого центра. Мы попали в проект «Этника», где детки путешествовали по нашему краю. Естественно, у них расширились знания о Кольском севере. И сейчас мы пришли в этот проект «Открываем мир вместе». Этот проект для нас стал как свежий воздух вот после пандемии. Вы знаете, мы жили в четырех стенах 2 месяца. И вдруг открывается окно и заходит в эту квартиру свежий воздух. Этот проект для нас – это свежий воздух. Он нам даст возможность деткам расширяться, уметь общаться друг с другом, ориентироваться в обществе, знакомиться с новыми местами, достопримечательностями. В этом проекте им дают много возможностей в мастер-классе произвести сервировку стола, оформить праздничный букет. Эти мастер-классы ребятам помогут реализовать свой потенциал в будущем. Партнерами проекта являются Мончегорская коррекционная школа, Мончегорская местная организация «Всероссийское общество инвалидов», Мончегорская местная организация «Всероссийское общество слепых», Мончегорский политехнический колледж, Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения, Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей, Мончегорская СУВУ, кафе «Роза ветров», городские СМИ, Мончегорское телевидение, общественно-политическая газета «Мончегорский рабочий», интернет-издание «Кольский никель», информационная поддержка проекта. Хотелось бы сказать несколько слов в поддержку проекта «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе» библиотечной городской системы, который направлен прежде всего на социализацию молодых инвалидов города Мончегорска в возрасте от 18 до 35 лет. Я работаю заведующим отделения дневного пребывания молодых инвалидов Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. И как никто знаю, как тяжело молодым инвалидам социализироваться в обществе. Этот проект прекрасно показывает, каким образом могут молодые люди с инвалидностью организовывать свой досуг, общаться, чувствовать себя как все. На сегодняшний день в городе Мончегорске проживает более 200 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. И Мончегорский комплексный центр всегда готов поддержать такие проекты, направленные на социализацию молодых инвалидов в городе. На базе Центральной городской библиотеки будет создана коммуникативная площадка для людей с инвалидностью. В тесном сотрудничестве с юристами и психологами
будут проводиться мероприятия по повышению информационной и правовой культуры. Социальные тренинги и консультации позволят получить знания, которые помогут укрепить веру в себя и повысить самооценку. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Лужинская Виктория. Я представляю Мончегорскую местную организацию Всероссийское общество инвалидов. Мы являемся партнерами проекта «Открываем мир вместе», который будет реализован на площадке городской центральной библиотеки города Мончегорска. Ребята, мы с вами, мы вас полностью поддерживаем. Ура! Творческих идей вам и реализации новых проектов. В мероприятиях планируется участие молодежи, серебряных волонтеров, а также школьников города. Я, Качалина Татьяна Владимировна, волонтер проекта «Открываем мир вместе», участник клуба волонтеров «Серебряный ангел» Центральной городской библиотеки. Наш проект нацелен на развитие творческого потенциала и организацию досуга людей с инвалидностью. Мы с волонтерами серебряного возраста в течение 2 лет работаем по программе «Мы интересны миру, мир интересен нам» и проводим цикл занятий «Северные соседи». Программа включает в себя занятия по следующим темам: культура, традиции, история, особенности национальной кухни, народного костюма скандинавских стран. Проект состоит из 4 взаимосвязанных блоков. Первый блок – работа инклюзивной мастерской «Простые вещи». Включает в себя серию мастер-классов по различным видам практических компетенций и декоративно-прикладного творчества. Меня зовут Рада Вадимовна Амарян. Я занимаюсь рукоделием уже давно. И у меня педагогический опыт. Я всю жизнь проработала с детьми разного возраста. Уйдя на пенсию, я стала проводить мастер-классы с пенсионерами, со взрослыми людьми, но также и с детьми. И сейчас, участвуя в проекте, я провожу мастер-классы с детьми-инвалидами. Это очень интересный контингент. В общем-то, есть хорошие ребята, которые могут заниматься, которые хотят заниматься. Они, в общем-то, все хотят заниматься рукоделием. Мы с ними делаем разные поделки из бумаги, картона, из лоскутов. Чем я занимаюсь, то я им и предлагаю. Также у меня есть опыт работы с детьми-инвалидами из нашего детского дома инвалидов. Там мы с ними сделали большой проект. Это создание кукольного театра. Сейчас я участвую как мастер декоративно-прикладного творчества в проекте «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе». Проект нацелен на творческое саморазвитие ребят с инвалидностью, на познавательный интерес, на социальную реабилитацию. Так. Второй блок. Фестиваль «Творческая феерия» состоит из цикла выставок, творческих работ в разных техниках и направлениях для участников проекта, проведения конкурсов и праздников. Добрый день, уважаемые команда и участники проекта «Открываем мир вместе». Мончегорская СОУ поздравляет вас с победой в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». А это прежде всего продолжение сотрудничества с Мончегорской центральной городской библиотекой и нашим добрым другом, человеком огромной душевной щедрости, Голиковой Ольгой Александровной. А это значит участие в мастер-классах различных видов прикладных творчества. Стать участником фестиваля, творческих работ, выставок, конкурсов и праздников. Получить юридические и компьютерные консультации компетентных специалистов. Участие в проекте – это новые встречи и знакомства, увлекательные экскурсии и поездки по Мурманской области.
Желаем успешной реализации проекта. Уверены, благодаря участию в проекте «Открывая мир вместе», мы сможем сделать нашу жизнь яркой, интересной, насыщенной, содержательной. До новых встреч в проекте! Третий блок «Мы должны об этом знать» состоит из цикла юридических, компьютерных консультаций и психологических тренингов. Четвертый блок «Сделаем жизнь ярче». В него входит посещение экопарка, кинотеатра «Синема», поездки в Саамскую деревню, в океанариум в Мурманске и другие культурные мероприятия, которые позволят расширить представление о мире людей с инвалидностью. После завершения реализации проекта появятся новые библиотечные программы, мастер-классы, направленные на закрепление полученных знаний и навыков. Новые партнерские отношения помогут реализовать интересные проекты и идеи по улучшению качества жизни людей с инвалидностью. И мы уверены, что реализация проекта «Открываем мир вместе» значительно расширит представление людей с инвалидностью об окружающем мире и поможет реализовать им свой творческий потенциал. Ждем вас на мероприятиях проекта «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе».